Дорогие слушатели Конгресса Urban Health. Dear listeners of Urban Health Congress, I welcome you to this session. My name is Grigory Maltsev. I'm the head in Analytical Center of Moscow. Мы поговорим, собственно, о сальтогенном дизайне, поскольку города становятся все более комфортными, но тем не менее все более плотные, возникают новые риски для здоровья, такие как свет, шум, экология и тому подобное. И как мы видим, медицина переходит от медицины болезни к медицине здоровья, так и архитектура может нам помочь делать среду здоровее и лучше. И мы видим с каждым годом, что голоса тех, кто говорит о том, что это междисциплинарная сфера и усилия должно быть совместным, не только архитекторы и планировщики, но и медики, и другие вовлеченные стороны должны участвовать в этом. И в связи с этим возникла концепция сальтогенного дизайна, то есть дизайна среды, которая не просто борется с негативными факторами, но создает среду, которая здоровая и помогает нам становиться здоровее и дольше поддерживать наше здоровье. С нами сегодня Ален Делани, основатель Академии здоровья и дизайн. Это большая честь для нас и большая удача. Ален, the floor is yours. Thank you. Thank you. Hello, good morning. Доброе утро. My great pleasure. Для меня большая радость снова выступить в Москве и рассказать о последних разработках в области сальтогенного дизайна и градостроительства. My background, probably you mentioned, you know, наверное, вы уже знаете, я архитектор, также я изучаю общественное здоровье. И занимаюсь этим уже 30 лет. Я занимаюсь решением междисциплинарных проблем в области здоровья по всему миру. И сегодня я постараюсь рассказать, как это знание можно применить в городском дизайне, при проектировании городов. Этот слайд я показываю практически на всех презентациях. Здесь 50 стран мира. И мы пытаемся понять, какая причина, по которой некоторые страны здоровее других. И чему эти страны нас могут научить. И как стать одной из 50 самых здоровых стран мира. Как вы видите, номер один в мире – Италия. Средняя продолжительность жизни – 93 года. А если сравним с другими странами, следующий идет Исландия, Швейцария, Сингапур, Австралия. В стране, где я живу, здесь продолжительность жизни составляет 88 лет. Unfortunately, the Russian amount. К сожалению, не вижу здесь данные по России. Она не входит в топ-50 стран. Russian is not among these countries. К сожалению, России нет в этом списке. One day we present. Мы надеемся, что когда-нибудь она тут окажется. So Poland is 39. Польша на 39-м месте. So on. So. The reason is not about why we have the healthcare, and you know, you. Вопрос не в том, сколько мы тратим на здравоохранение. Есть другие причины. The United States is 34. Видите, США на 34-м месте. Несмотря на то, что они отправляют на здравоохранение 20% ВВП. Но такие страны, как Сингапур, тратят только 4% ВВП, но при этом они четвертые в списке. То есть это не является основным фактором здоровья нации. Но что помогает? Например, помогают такие форумы, как ваша. Например, несмотря на сложности в Италии с высоким уровнем безработности среди молодых, уровень здоровья населения очень высокий. Потому что люди часто сидят на улице. Это позволяет им снизить уровень стресса, пообщаться друг с другом, получить поддержку. Но основная
проблемы в отношении с окружающей средой, что нужно поддерживать хороший образ жизни. Устав организации Ватави по продвижению здоровья говорит, что здоровье создается людьми ежедневно в условиях, где они живут, работают и любят. Здоровье обуславливается заботой о себе и о других, когда у вас есть возможность принимать решения и контролировать свою жизнь и обстоятельства. И при этом люди, которые живут в городе, могли создавать такие условия, чтобы было возможно поддерживать здоровье. И также есть план действия, глобальный план действия. Он оказывает большое влияние на здоровье людей и говорит о том, что есть сложное отношение между личным здоровьем, общественным здоровьем и градостроительством. Один из способов улучшить здоровье – это сделать здоровый город. Но что же такое здоровье? Согласно ВОЗ, здоровье – это состояние физического, психологического и социального благополучия. Это не только отсутствие болезней. Мы обнаружили за последние 30 лет исследований в Каролинском институте, здесь у нас психологические факторы, они состоят из эмоций, опыта. И есть вторая часть, это психосоциологические факторы. Здесь образ жизни, эмоции. Итак, здоровье всех людей определяется балансом между этих подходов. Ну и, конечно, есть биологический фактор. Он может негативно влиять на течение каких-то болезней, а может, наоборот, иметь и положительное значение. И все эти факторы отправляют нас на одну сторону схемы или на другую, здоровую или больную. Мы называем это салютогенический дизайн, салютогенный дизайн. Зеленое – это причина здоровья, а красные – причина смерти и причина заболеваний. Я никогда не лежал в больнице, потому что благодаря образу жизни, благодаря эмоциям, которым я переживаю, я оказываюсь все время вот в этой желтой точке. Я могу посвятить этому слайду целый час. Но мы видим, что планирование городов очень сильно влияет на наши эмоции и образ жизни, и что влияет, в свою очередь, на здоровье. Итак, здоровое городское планирование создает такой эмоциональный опыт, и так влияет на наш образ жизни, что в итоге сказывается на всем здоровье. Салютогенный подход придумал Аарон Антоновский. Он написал это в этой книге. Салютогенный означает здоровье и происхождение. Это подход, который в центре которого здоровье и благосостояние. Его задача продвигать здоровый образ жизни путем сокращения стресса. И это крайне важно. А также он учит, что нужно справляться с факторами, которые приводят к стрессу. То есть мы два вопроса: снижение стресса и борьба с факторами, приводящими к стрессу. At Karolinska Institute in 1972 in Sweden on behalf of World Health Organization. В 1972 году в Каролинском институте в Швеции началось исследование. Здоровье города создается
градостроительством и влияет на здоровье людей. Мы создаем социальную организацию, структуру, и они влияют на психосоциальные факторы, на психобиологические программы, на то, как вы общаетесь с людьми, взаимодействуете со средой. Это все физиологические, психологические факторы представляют собой механизм, которые могут привести к стрессу, к быть причинами заболеваний. Вот так работает весь процесс. Стресс, так же как здоровье, это процесс. И здесь, конечно, факторы генетические, факторы окружающей среды, и они все тоже могут создавать стресс. Салютиногенный подход изучает то, как предотвратить стресс. Нужно создать условия, которые помогут человеку справиться со стрессом. У нас у всех есть возможности справляться с стрессом. И они определяются от следующего. Первое. Нам нужно все понимать, что происходит. Следующее. Как мы справляемся с этим? У нас должны быть ресурсы, чтобы реагировать на разные ситуации. У нас должны быть силы, чтобы выполнить поставленные задания. И также должна быть осознанность. Все должны понимать, для чего они живут. И эти три компонента крайне важны, потому что если они будут отсутствовать, мы не справимся со стрессом. Итак, как сделать город, который будет включать все эти три компонента? Итак, чувство связанности включает в себя понятный город, управляемый и осознанный. Верхняя картинка — это понятная, мы видим план. Следующая картинка — управляемая, потому что отсюда происходит управление города. И последняя — это осознанность. Мы видим красоту, и тогда все становится понятно. Вот понятный город. Здесь центр управления городом. И вот осознанный город с зеленью. Вместе с Кен Янгом, основателем экологического дизайна в Сингапуре, Малайзии, в Великобритании, мы создали матрицу дизайна и здоровья. И мы определили факторы, которые влияют на здоровье через образ жизни, эмоции, жизненные обстоятельства, но в то же время предотвращают стресс и улучшают наше состояние связанности через вот эти факторы. Вот предложена матрица. Мы ее применяем и в больницах, и при дизайне школ, домов. Но вместе с вами мы можем использовать ее при планировании городов. Здесь 100 ступеней. И что мы можем сделать, чтобы люди чувствовали себя хорошо, а не уставали, поднимаясь по лестнице? Нужно придумать нестандартные решения и ответить на вопрос, благодаря чему люди становятся здоровыми, и как городское планирование может улучшить здоровье. И мы все вместе должны ответить на этот вопрос. Салютиногенный здоровый город, это означает, что легко кататься на велосипеде, пешком ходить, ездить на машине, но при этом должно быть много зелени, и город должен быть безопасным. Кратко на этом слайде. В США примерно 78% расходов здравоохранения тратится на болезни образа жизни. И это можно все исправить, если будет правильный городской дизайн, когда образ жизни станет более здоровым. Итак,
Как сделать такую среду в городе, которая бы приглашала людей в парки и стимулировала принятие других правильных решений для здоровья? Я сам живу рядом с Монте-Карло. Я бегаю 10 километров. Иногда я отправляюсь в Монако, иногда в Италию. Итак, упражнения очень важны. Итак, в Стокгольме на крыше сделали площадку для упражнений. Упражнения позволяют сократить на 91% развитие диабета второго типа, предотвратить половину случаев сердечных заболеваний, предотвратить половину случаев инсульта. И как же стимулировать людей больше заниматься? Ведь это же позволит сократить смертность на 67%, предотвратить на 47% умственные изменения, сократить количество случаев депрессии на 20%. Как нам сделать так, чтобы люди больше ходили? На фотографии Рим, вот здесь видите пример, как можно сократить стресс. Здесь салютогенный дизайн. Здесь люди могут походить, насладиться красотой. Несколько лет назад мы участвовали в конкурсе, международном конкурсе, и мы пришли к выводу, как мы можем информировать, все сформировать в продукт и через архитектуру внедрить в городское планирование. Как мы можем соединить все факторы дизайна, которые в будущем позволили бы улучшить здоровье людей? И как мы можем концептуализировать эту идею? Например, мы можем разместить городскую ферму и организовать зеленые дорожки от нее по всему кварталу, обеспечить доступ ко всему, что нужно. И здесь школа и дом для престарелых находятся на одной территории. Очень много способов улучшить состояние жизни города. В абсолютно генном городе большое внимание уделяется питанию, выращиванию продукции на этой же территории, правильному питанию, образованию, обеспеченности транспорта. И через все это мы можем создать здоровый город. To answer also sustainability, etc. This is the way that we can summarize. Eat healthy. Так можно подытожить: нужно правильно питаться, вести активный образ жизни, общаться с вашими ближними, тренироваться на улице, работать рядом с домом, сокращать объем выбросов. Итак, в городе должна быть чистая земля, вода и воздух. Именно так получится салютогенный город. Вот есть как раз пример, сейчас посмотрите на слайде. Людям вечером могут спуститься к воде. Здесь нет шума, и они могут насладиться природой. А здесь люди могут погулять, пообщаться. И сюда можно легко приехать на велосипеде или дойти пешком. Это был международный конкурс. Это Сингапур, Марина Бэй. И вы видите, тут собрались люди, они здесь даже занимаются спортом. И это все приводит к здоровому образу жизни. Не врачи им помогли, а они все сделают сам. Это лучший способ поддержания здоровья. Или вот пример. У нас здесь на улице очень много зеленых деревьев, и улица доступна всем пешеходам. А здесь, посмотрите, как интересно
сделали, обустроили воду, и люди вокруг нее могут гулять. И здесь сюда легко добраться. Я считаю, это хороший пример, которым можно поучиться. Итак, салютоногенный подход влияет на здоровье людей и зависит от окружающей среды. А вот, пожалуйста, Пананг, остров Малайзии, очень футуристический подход. Опять-таки, салютогены здесь обеспечены зеленью. Если все это подытожить, вы видите, что все определяется экологией, экономикой, политикой и культурой. Все это должно быть интегрировано, чтобы обеспечить хорошие результаты. И, как вы видите, еще нужно работать в области экологии, чтобы было больше зеленого на этой схеме. Нужно общаться с населением, чтобы понимать, какие есть проблемы. Я посетил 90 стран, много городов. И самый салютогенный город мира — это Брисбен. Я его считаю таковым, потому что здесь безопасно гулять, кататься на велосипеде. И рядом находится пляж. И сейчас покажу трехминутное видео. На нем я вам покажу дом здоровья, где я применил все факторы. И эти факторы можно также применить при планировке города. Алан, выведите, пожалуйста, на экран. Нам ничего не видно. А сейчас видите? Нет, не видно. Full screen. Нажмите, пожалуйста, full screen. А вот теперь видим. Спасибо. Это дом здоровья. Здесь я применил все параметры из матрицы. Мы сделали это с моим коллегой. И как мы можем перенести эти принципы и использовать их при планировании городов? Итак, крыша дома, двухэтажный дом. Здесь есть вода, место для занятий йоги, вход очень зеленый. Этот дом находится рядом с Монте-Карло. Мы используем здесь зелень, искусство, природную энергию. Все есть в этом доме. Аквариум, камин, водный фонтан, зелень внутри, большие окна. Красота природы и интерьера. Конечно, вы скажете, что это люкс, но принципы это те же самые. Их можно применить и в недорогом доме. Здесь спортзал с сауной. И здесь можно увидеть также бассейн. The roof is solar energy. На крыше есть солнечные батареи. Также здесь можно сделать шашлыки, встретиться с друзьями. Every single centimeter in this plot. Мы использовали каждый сантиметр этого места.
So this is the quality of our environment that we strive, how we can apply the principle. Итак, вы видите, как мы можем применить эти принципы при проектировании городов. Yeah. Thank you, Alan. Alan, спасибо. My pleasure. So I'm ready. Да, пожалуйста. И у нас осталось 5 вопросов, я с удовольствием отвечу на них. Yeah. Да, у нас есть время. Вы говорили о том, как среда, в которой мы живем, связана с здоровьем. Но первый вопрос, который возникает, кто должен быть руководителем? Кто должен быть инициатором? Правительство, ученые, неправительственные организации или жители города? Кто должен быть основным драйвером? Я считаю, ответственны все. Но, конечно, в странах первая ответственность лежит на правительствах. Они должны стимулировать это. И они должны разрабатывать, как и что нужно сделать, чтобы у нас была здоровая окружающая среда. И, конечно, это междисциплинарная проблема. Этим должно заниматься и правительство, и университеты, частный сектор, частные компании. Как коммерциализировать здоровье? И как сделать так, чтобы всем от этого было хорошо? Да, я считаю, это важная задача, как вовлечь всех, потому что здоровье касается каждого. Каждый должен почувствовать пользу от этого, поэтому каждый должен этим заниматься. А если мы говорим об отрасли, о коммерциализации здоровья, что нужно сделать здесь? Отрасль может сделать так, чтобы быть здоровым стало модно. И это должно стать частью их политики. У них должен быть такой бренд, к которым люди захотят приходить и обращаться. Например, Coca-Cola разработала известный бренд, но она убивает людей. И как нам нужно, как создать такую салютиногенную среду, чтобы она стала таким же популярным брендом, как Coca-Cola, при этом, чтобы она продвигала здоровье, а не болезни. Это очень важно, и правительство должно поощрять это и стимулировать. Оно должно помочь, потому что в конечном счете это позволит правительству сократить расходы на здравоохранение. А правительство должно подумать, что нужно сделать, чтобы сократить количество больниц. Если люди изменят образ жизни, это же позволит сократить количество заболеваний. И это является одной из целей ВОЗ. И поэтому очень важно через изменение образа жизни предотвращать болезни, потому что правительству это позволит улучшить продуктивность и эффективность, а также сократить расходы на здравоохранение. От этого выиграют все. Я считаю, это важно упомянуть, потому что правительство целиком должно это инициировать. Это все министерства планирования, здоровья, они должны сотрудничать и разрабатывать такие города, такие школы и дома, чтобы люди были там в безопасности, чтобы дизайн позволял поддерживать здоровье и предотвращал стресс. Алан, спасибо. К сожалению, у нас не осталось времени, чтобы продолжить наше обсуждение. Благодарим вам за то, что вы сегодня были с нами. Хорошего вам дня. Спасибо. Всем вам удачи. До свидания.